Всем привет! Сегодня у нас долгожданное видео о заселении африканских гигантов Компанотус филах. Это одни из самых интересных кампов, на мой взгляд. И как мне кажется, по двум причинам – размер и агрессивность. У меня стояли рядом два формикария с диакамами и филахами. И вот я не особо видел разницу в размере у обычных рабочих филахов и диакам, не говоря уже о солдатах, которые просто огромные, прям синтольщики какие-то. Как вы помните, я поместил пробирку с этими муравьями на арену гипсового деревянного формикария. Там они начали хорошо так развиваться, быстро набрали массу. И, кстати, гнездо они устроили под палкой в левой части арены. В пробирках почти никогда никого не было. Вот тут действительно можно увидеть, что большая влажность этим муравьям не нужна. Так они и жили под этой палкой в зарослях растений. Их количество очень быстро и стабильно росло. Может быть, я и не стал пока открывать им гнездо, подождал бы пару недель. Однако в один из дней, когда я подошел к формикарию, я увидел рабочего, отчаянно пробирающегося по нижним ходам. Как он туда попал? Я еще раз проверил все входы в гнездо. Все было в норме, ватка на месте. Так как же он там оказался? Я начал наблюдать. Со стороны арены ничего подозрительного я не заметил, поэтому перевернул формикарий и начал смотреть тут. И все было понятно. Муравьи, которых стало в колонии уже много, прогрызли гипс под карельской березой и с трудом протискиваясь, проползли в гнездо. Вариантов у меня не оставалось. Я решил открыть входы. Муравьи постепенно начали исследовать предоставленное им жилое пространство и вынесли потихоньку песок, которым я заполнил камеры. Этот песок они складируют на арене. Со временем там образовался приличный слой песка и мусора. Матка переселяться не спешила. Она перешла в гнездо примерно через 3 дня. Колония продолжает расти. Уже во время нахождения ее на арене я заметил большие личинки, которые сплели огромные коконы. Конечно, это означало одно – у колонии скоро появятся первые солдаты. Так и произошло. Размер солдат впечатляет. Таких на руки брать страшновато, глядя на их гигантские челюсти. Действительно, африканские гиганты, синтольщики. Причем из моих наблюдений я могу отметить, что они регулярно выполняют функцию защитников колонии от посторонних посягательств. Практически каждый раз, когда я кидаю тараканов на арену, несколько солдат активно участвуют в охоте, которая в принципе и является защитой от пришествия чужаков на территорию колонии. Не забывают солдаты и о функции хранителей пищи. Ни для кого не секрет, что компанотусы очень любят пить сахарный сироп. Это одно из самых любимых их лакомств. Сироп находят на арене фуражеры, которые исследуют арену в поисках пищи. Музыка.
Затем в своих желудках они доставляют пищу в колонию, где она с помощью трофолаксиса, то есть обмена пищей между муравьями, распределяется среди всех членов колонии. Здесь тоже немаловажную функцию выполняют солдаты, которые собирают со всех колоний сироп и висят на стенках гнезда в неподвижном состоянии. Они являются живыми хранилищами пищи. Она используется колонией в период голода и отсутствия съестного на арене. Так делают и ряд обычных рабочих, которых, по-видимому, назначили выполнять функцию бочек – хранителей запасов еды. Еще один интересный момент. У меня погибло несколько креветок в аквариуме. Это были креветки неокордины «Красный огонь». Цвет у них был очень насыщенный красный. Так как пожиратели всего и вся огненных муравьев Соленопсис гемината у меня нет, я решил их скормить этой колонии. Так вот, я стал замечать, что некоторые личинки частично окрасились в бледно-красный цвет. Тут видна прямая зависимость цвета пищи и цвета личинок. Хотя камера не так хорошо передает их цвет. Вживую все видно намного лучше. В общем, как по мне, колония филахов очень интересная. Все-таки размер у них достойный. Ну а поведение на охоте заслуживает уважения. Как-нибудь в другом видео я покажу вам охоту на туркменских тараканов. И поверьте, там есть на что посмотреть. На сегодня все, друзья. Спасибо, что посмотрели видео. Если понравилось, ставьте лайк и не забывайте подписываться на канал. Всем пока-пока!